32-летняя Полина Гагарина сбросила вес. Это произошло неожиданно для самой артистки. Похудеть блондинке помогла ее 2-летняя дочь Мия. Певица поделилась снимком, на котором держит малышку на руках. Лицо девочки звезда по-прежнему скрывает, она повернула дочь спиной к камере. Полина призналась, что сбросила еще несколько килограммов. Мама похудела на 3 килограмма, дочка набрала крепко. На ночь иногда все же просится на ручки, и я качаю. Поэтому упражнения на бицепсы мы давно не делаем. У меня своя, гантелька, написала в Инстаграм Полина. Она поделилась, что хочет отучить дочь от этого, потому что у нее уже начала болеть спина. Наталья Подольская сообщила звездной подруге, что поднимает даже своего 4-летнего сына. «Я обожаю брать его на ручки. Скоро это закончится», — заметила жена Владимира Преснякова. Недавно финалист «Голоса» извинился перед Полиной Гагариной. Певица стала соперницей Пелагеи в музыкальном шоу. Бывший муж звезды признался, что не платит алименты их общему сыну.